Катерина, ну шо, отсюда, ушел сел. Пожалуйста. Первый пробуем раз, а потом первые прыжки. Так. Два шага вперед, два шага стоп, два шага вперед и обошла. Пожалуйста. Виктория. Хорошо, два шага вперед, ушла Петря. Петря. Ниночка, чуть-чуть отойди, чтобы он руками не ударил. Так, два шага вперед. Два, первый не считает. Мы. Значит, Петр, хочешь далеко прыгать, значит, нужно носки снимать, мы. Не надо снимать, ты ж. Итак, Нина, первый прыжок, пожалуйста, на оценку. Так, метр. Метр 48. Вика. Сколько? Сколько? Метр 76. Метр 76. Сейчас. Так, и Петря. Так. Метр 96. И, пожалуйста, Нина, второй прыжок. 48. Метр 48. Виктория. Стоп, вот так. Молодец. Вот так и отходи потихоньку. Сколько? Метр 80. Так, метр 80. Видишь, далеко прыгнула, хоть и упала назад, но хоть правильно ушла. Черня. Так. Метр. 94. Метр 94. Сейчас, одну секундочку. Значит, Максим, у меня к тебе большая просьба. Значит, сейчас этот экзамен. Они сдают на оценку. Какая будет оценка, такую они поставят в аттестат. Я тебя прошу, не разговаривай сейчас. Вот сейчас я тебя прошу, не разговаривай. Я скажу, куда можно. Хорошо? Так, значит, Нина, лучший результат, 1,48 м. Пожалуйста, последние попытки. Так. 1,54 м. Виктория. Так, не считается. И Петря. Я сказал, не разговариваем. Не играет роли. 48. Еще раз. 98. Метр 98. Метр 98. Ушли сюда, сели. Ушли сюда, сели. Все сели сюда. Сели сюда. Сели сюда. Значит так, мы с вами сделали, выделали броски, они броски и прыжок в длину. Значит, сейчас вы будете делать пресс, это будет последнее упражнение. Завтра с 2 часов парная, с часу, хотите качаться, можете приходить, я буду. Дальше. Могу отпустить, я вас отпускаю, кто хочет, может подойти покачаться. Дальше, понедельник, работаем как обычно, потом начинаются каникулы. В каникулы мы работаем так, я с утра напишу в вайбере, во сколько я буду сюда приходить, потому что мне надо обязательно, мне надо ехать к дочке, быть здоровым, живым, поэтому буду приходить, качаться и уходить. Напишу время, хочет Макс, хочет Петри, хочет нет, Каталин. В это время, нет, если я раньше спрашивал, когда ты хочешь, в этот раз я не буду спрашивать. Вечером я буду ходить к Александру Ивановичу, это с 5 часов. Мне нужно будет отдохнуть, потому что я быстро устаю. Значит, где-то с утра я буду приходить в лицей, час качаться и уходить домой. Будете приходить? Хорошо. Нет, ваши проблемы. Никого просить не буду. Почему? Потому что надоело. Говоришь, они смеются, ничего не делают. Не делают и не делают. Сейчас 3 недели, 3 месяца. Значит, все, мы попрыгали, сейчас пресс. Значит, девочки, вы знаете, как пресс надо делать? Знаете. Значит, смотрите внимательно.
Одна держит ножки. Вторая. Ручки здесь. Поднимаешься и касаешься коленями. Ложишься, касаешься коленями. Так вы делаете, правильно? Нет. А как? Руки за голову. И касаетесь локтями. Нет. А чем? Ну, не надо хотя... Ну, подожди. Я могу вот так вот делать. Вот. Правильно? Нет, поэтому локтями надо в любом случае касаться. Еще раз, стоп, внимание сюда. Как? Да, пусть Толмазан так просит, это просит. Значит, я вас прошу, ставите руки так. Поднимаетесь и сверху колени касаетесь. Раз, два. Дается 30 секунд. Сколько у нас там людей? Каталин, Макс и Петря. Вот сюда. Мячик, пожалуйста, на место. Эти штучки сюда на место. Девочки, а вы сюда. Каталин, возьмите сюда, поставь, пожалуйста. Я буду там считать. Туда поставь наверх. Пожалуйста, это идет оценки. Это идет... Да, назад. Итак, у вас 30 секунд. Там Бровский.
Твое поведение не очень красивое. И кто делал Мунтян это лет? Сколько? Мунтян, сколько? 27. Да. Я сказал, добро в тебе, за тут. Я родителям покажу, как ты делаешь. Я выставлю в интернете и дам ссылку, чтобы родители видели. Песня. Причем здесь популярный? 14. И кто там делал? Вика. Сколько? 18. 18. Это даже не Фети. Это даже не Фети. Так ты будешь хорошо выступать. Это ты еще маленький просто. Но уже подходит время, когда ты уже не вернешь ничего назад. Так, сколько? 25. Так. Ага. Значит так. Руки. Девочки делали пресс. Девочки делали прыжки в длину. Делали. Берегите себя по дороге.